Белые линии будем делать, да? Вот. Так, камера свет. Лодочка. При этом я просто проверял, ну, как обычно, ничего там не просто так. Ну, ладно. Ну, что такое? Писал, о, камера. Камера. Да? Да. Вот, ладно. Каждый операция почти что спрашивает это. Я подавал, что... Потому что открыла. И делали, так сказать, как? Потом больше. Где? Это без закона мы делали. Ну, блокады.
Не, людям незаконно. О, чего не наркоз? Да, самое ужасное, когда ты сидишь, ты слышишь, что говорят. И когда там смотрят, такие, ну какая-то фигня, точно фигня какая-то. Вот это вообще, ну, как это, она должна быть, а нет, нет. Ага, это подходит, собственно, сюда. Ну, да, да, да. Ну, да. Ой, блин, типа, чего столько все плохо, да? Да, это же, типа, просто... Ну, ты тут просто... посидишь и слышишь все, да? Моя. Что? Ну, типа... Да, внимание. О, я говорил, что у меня частичный разрыв. Может, там потом если позвать, она там чуть-чуть, одну, вот. Мы же не полностью включен, да? Да, вот. Что-то мы можем попробовать ничего не делать. Похоже, не знаю. Но она порвется дальше. Нет, похудеть-то можно? Можно. Просто поскольку они еще здесь, может, порвется поскорее заберем. Ну, вот, и... Ну да, не понял. Ну, нет, там воспаление 100%, ну еще про ну, эти самые плавы. Ну, воспаление почти не понял. Сны, плавы. Жужжу.
Ну, я на пару подальше. Ну, смотрите, сколько там будет. А это вот этот сон. Ну, карман. Это идеально. Я вам дефект отвечаю, как я говорю. Ну, это вот... То есть, ну, вот это... Вот это получается... Держали идеальный карман, да? Еще будет блок и коленочек. Вот коленочек. Да, я понял. Вполне выполнимо, как это говорят. Так а чё вам? А вы у меня в прошлый раз мог не получиться взять синоним, потому что игла просто могла забиваться. Это у меня воспаление. Да, я понял. Ну, просто я против себя сказал, что я не просто взять синоним, просто чуть-чуть набралось и все. Так, можешь переключить светилку? Светилку? Да. Ты сначала просто включить? Может быть, не просто там не было синоним, может быть, потому что просто на иголку залипла. Да, может. Нет, не надо делать лишнее движение. Сначала надо включить осветитель. Не так, с другой стороны. Да, молодец. Теперь включи. Теперь его направо. Ну. Тут? 100%. Ну, 100%. Угу. И включи. Так, а теперь перед камерой. Вот, мне кажется, что она включена, да? Освещенность включена. Нет, она входит, да. Думаю, что это 100, а это 70. Ну, блин, ну так себе. Ну вот, не скажу, что там артроз какой-то делал. Ну, просто синовик частично разрыв. Ну, если хромать будет продолжать, то тогда придется положить. Ну, наверное. Хотя, блин, знаешь, что тоже такое? Может, сразу стоит. Я с ними поговорю. Так, блин, представить для себя надо понимать тоже, знаешь? Решение? Да. Нет, я понятно, да, я с ним поговорю, просто может там сходить. Может, там действительно, и все равно. Блин, ну это... Не такая дорогая. Просто чем больше, тем будет это. Ну, больше... Блин, так это, знаешь, это такое до сих пор не окончательно не выяснено. Вопрос. Хотя из последних данных лучше сразу учитывать. Хотя есть, которые и не нарезают сверху. Знаешь, спиральные забивают по спирали, поэтому... Я оперировал ПКС-ку, захожу, а там частичный разрыв связки, не полный, частичный. Я просто беру связку ковырялкой, ну просто продеваю, да. Она в руках порвалась, представляете? Хотя она, понятно. Была как будто целая, и это сильно не тянуло. Да понятно, что это вырежка. Ну, больше собаки, как бы. Я собака из Норильска, она определилась, чтобы она произошла. Да блин, ну ты знаешь, что мы не забудешь. С другой стороны, это же собака из Норильска, это тоже тема. Это самое плохое, да, когда из-за того, что она там из-за географии страдает. Ну да, из географии, увлечение тоже так вот, кажется. Вот тут, как бы, такой дефект ключа. Справа вверху.
Тогда вопрос сложный. Если собака, не знаю, географических да, хочу просто задать вот эти чудесные. Да и понятно, что она может, знаешь, еще...